Погнали. Не переходи. Ты перешла из себя. И мяч стараешься, принимаешь свою половину. Сюда. Я же вернула мяч. Помогай, помогай снизу. Беги снизу, перекидывай. В любом случае, свет не выключай. Ты, он накосячил, ты должна помочь. Помочь, как получится. Хороший прием. Подожди, давай. Давай. Быстрый тезис. Давай. Что решается? Желание. Смотри, вот ты выходишь на атаку, пас пролетает вот сюда. Разворачиваешься, дверки подставляешь и перекидываешь мяч. Это то же самое, что в игре. Тебе пасует блок. В игре происходит так, что ты идешь, потому что играет мяч. Илья, тренируй атаку. Илья, пасует блок, ты должна исправить. Чем отличается хороший нападающий от плохого? Хороший пас, любой дурак может выйти и ударить, понимаешь, да? Здесь именно твое переключение. Тебе нужно помочь. Все, уже атаки нет. Он тебе пропаснул широко. Ну, все, спокойно. Чего у тебя сетки отведешь, хорошо будет? Поехали. Нормально она, хорошее дело, прием. Представьте, что вы друг друга сейчас вообще не знаете. Вообще не знаете друг друга. Илья, ты ее не знаешь, она тебя не знает. Давайте просто попробуем представить. Ты ее не знаешь, она тебя не знает. Поехали. Помогай. Все, молодец, молодец, молодец. Хорошо, Илья, мы не знаем друг друга. Поехали. Начинаете. Представьте, давайте, пожалуйста, ради меня, что вы не знаете себя друг друга. Ладно? Ну вот просто получится представить, нет, Илья? Ты не знаешь ее. Я понимаю, что это сложно. Ты ее не знаешь. Все, ты ей ничего не говоришь. Поехали. Okay. Хорошо. Все, на нижнюю часть попал. Так все, в принципе, неплохо. Привет. Молодец. Все хорошо, выпустил. Продолжаем. Шире заходи. Зайди шире, то, что я тебя прошу. После приема убеги прям к ней. Он тебе все мячи туда дает. Ты пока не подстраиваешься под это. То, что я тебя за руку водил. Свет. Я тебя принял, ты приняла, и я тебя вот так повел. Света, ты после приема идешь ко мне. Ты должна оттянуться сюда. И, ну, из-за того, что приходишь ко мне, тебе не удобно. Ой, наконец-то! Ну ты раньше могла попросить! Вот это нужно, разговоры вообще нужны мне. Хорошо, молодец, умничка. Все, чуть-чуть меня не дошел. Потянулся до мяча, он прилетел на эту сторону. Гоу, шаг вперед. Не кинись к мячу, шаг вперед. Нет там смысла прыгать. Мы прыгаем только на хороший пас, помнишь, да? Хорошо, молодец. Я. Все, в принципе, уже неплохо. Молодцы.
я. По сути, вот этот прием, который идет в свет, он хороший. Чем? Тем, что его можно атаковать. Понимаешь, да? То есть ты когда выходишь на пас, у тебя в запасе должно быть не только постоянно, только пас. Нет. Этот прием хороший. Ты можешь и паснуть, если ты хорошо заранее выходишь, и атаковать. Если ты все время ждешь прием вот сюда, и для тебя это хороший прием. Вот это хороший прием. То есть ты с этим приемом можешь вариативно сбольшать. Я обманусь, понимаешь? Я понимаю. В чем посыл? Это я понимаю. Так обычно и делаю. Рука опаздывает, да, снизу идет. Ну хотя бы вам вроде бы отдал. Как? Он за спиной видит. Увидел меня, видел. Пошла по прямой. Видишь, чем плох прямой разбег четверки, что если он тебе доширит, ты ничего не сделаешь. Пойди. Все, смена. Мячи собираем на этой стороне в двойки. Илья, вы остаетесь на месте.